В Одинцовском округе в рамках областного мероприятия «Зимние каникулы» продолжается акция «Ребенок, пассажир, пешеход». Ее цель – снижение числа ДТП с участием детей и подростков, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы обращают особое внимание на правила перевозки детей в автомобилях и соблюдение правил проезда пешеходных переходов. В темное время суток дорожные полицейские рекомендуют носить на одежде световозвращающие элементы.